Привет всем, кто смотрит мой канал. Сегодня я хочу показать еще, как можно изменить браслет 3 Labit, да? Еще один вариант. Значит, что нам понадобится? Ну, это, естественно, готовый браслет. Как его делать, можно посмотреть вот по этой ссылочке. Наш инструмент, кусок, другой цвет, вот я взял кусок паракорда, да? Метр здесь, концы уже вот опалены, шарик. Нам нужна будет иголочка такая, как из чего ее сделать, я уже объяснял. По-моему, в предыдущем видео. Вот. Ну что, приступим. Нам ничего не понадобится, никакой станочек, ничего. Значит, сначала мы метровый кусок фиксируем в нашей иголочке, да? Вот так. Вот. Значит, начинаем с, ну, начало или конец, без разницы, да? Находим два вот этих вот. Два узелка, да? Пропускаем через два насквозь. Смотрите. В принципе, ничего трудного вот в этом варианте изменений вообще нет. Можно даже по фотографии понять, как это все делается. Ну, я вам наглядно покажу. Два пропустили. Находим на противоположной стороне. Вот смотрите. Раз. Два. И пропускаем точно так же их насквозь. Сильно не натягиваем, чуть-чуть. Получается вот такая вот штучка. Теперь продолжаем все делать в том же духе. Находим следующие два на противоположной стороне. Вот эти два. Пропускаем насквозь. Вот так вот. Оп, чуть три не захватил. Вот такой крест у нас пока получился. Сейчас мы должны пропустить под вот этот вот предыдущий паракорд вот сюда. Опа, сейчас. Так вот. Маленько перекручивается, но это у нас сразу управлять надо. Вот так вот. И опять находим следующие два и пропускаем насквозь через два. Переходим на следующие, на противоположную сторону. Опять же, два следующих. Пропускаем. Ни под какой другой паракорд пока поднизу, сверху не пропускаем. Как идем, просто идем. Вот, получается такой рисунок, посмотрите. Пропускаем опять под этот паракорд. Вот здесь только мы пропускаем под паракорд. Остальное просто всегда сверху. Вот в одном месте только под. И все повторяется заново. Сильно не натягиваем. Так, чуть-чуть. Я вам сразу советую, когда будете плести вот этот браслет изначально, да, 3 Labit, сильно его тоже не натягивайте, не тяните, чтобы просовывалось более-менее попроще. Так, слетела иголочка. Ну ничего. Вот, пока у нас идет вот такая штука. Сейчас это конечно, все поправить надо будет, да, все расправить. Так вот сделать. Ну, в конце будет хорошо выглядеть. Я доплету до конца, пока поставлю на паузу, там вместе поглядим, что делаем дальше. Итак, я проплел до конца. В самом конце у меня здесь уже не получалось за два схватиться. Я просто пропустил вовнутрь, да, вот иголкой проткнул, просто пропустил вовнутрь. Плетение не очень ровное получилось, потому что затяжка получается разная за счет того, что когда ты начинаешь плести, само плетение 3 Labit, оно начинает сюда сдвигаться и скапливаться. Вот. Поэтому сейчас я вот здесь вот получилось мягко, а вот тут вот совсем жестко. И плетение получилось чуть-чуть по-разному. Но это мы дело исправим. Это мы просто положим в теплую водичку, да, пожмякаем, и это все будет у нас нормально выглядеть. Сейчас надо вот эти концы как-то спрятать. Да, я предлагаю просто вот под какой-нибудь завернуть, если получится, и там подпалить.
Я так вот делаю. Сейчас получится просунуть. Так вот. Вот так, смотрите. Куда улетел? Так. Сейчас мы это дело подпалим. Чуть обжегся. Ну ладно. Ну вот так. Ну здесь то же самое. Какой-нибудь просунем сейчас. Вот видите, здесь намного тяжелее просовывать. Даже все плетение собралось в этой стороне. Так вот. Да. Когда звук кончился, газ зажигалки. Ну ладно, понятно, тут подпаливаем, да, и прикрепляем. Так. Ладно. Значит, по остаткам сначала. Остался кусочек сантиметров 25, да, и вот такая вот ерунда. То есть с метра остается вот такой кусок. Так, это нам уже не надо. Вот. В итоге, что у нас получается? Браслет, да? На руке. На руке сейчас оденем, посмотрим, как это будет выглядеть. Так, 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 так. Это деваться не хочешь. Нет, нормально все. Вот, на руке это выглядит вот так. Да, по-моему, прикольно. Мне нравится. Вот надо вот чуть-чуть поправить его, маленько расправить. И будет вообще классно. Да? Значит, все. На этом браслет закончен. Осталось положить его, как я говорил, в горячую воду и решить этим вопрос, да? Чтобы он был ровненький. Ну все. Браслет готов. Вот такой вот. Ладно. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайк. Пока.